Да, все завод BMW. И нам треба тут якось виїхати. Так, а тут встал очередной гость. Чтобы причины приехали, да? Продолжите движение по следующей улице. Ха! Сейчас не стою, называется. Сунуло снимать чудо, да? Да. Проедьте 300 метров до конца этой улицы, затем поверните налево. Поверните налево, затем поверните направо на следующем повороте. Нам направо надо будет. Так что, конечно, тут можно. Хто перший раз? Так, маленького пропускаємо. О, маленький приїхав. Чита за ним. Заводик BMW відгрохали. Та він такий не один тут. Поверніть направо, затем поверніть направо на следующем повороті. Як заїжджали, так і виїжджаю одною дорогою. Поверніть направо. Тут вагони, вони машини на вагони грузять.
Лестничный лабиринт. Через 300 метров поверните налево. Это может быть. Так, а мы выгрузились и едем в Лейпциг на БМВ. Будем там выгружаться все остальное, что осталось. Поверните налево. Решта. Так. Налево, сейчас. Направо. Тут налево. А скільки нових машин стоїть BMW? Готове на продажу. Які хочеш, і п'ятерки, і сімерки, і М-ки, і четверки. Так, нас пропускають. Дядьки зі Словакії. Будемо далі. Тут ремонти щось роблять. Завод БМВ. А вот и наш выход. Exit. Так, паузу нема, не поставлю. Так, ну роз'їжджайтеся, давайте. Ладно, там вихід. Буду знімати.